второго парня. Меня зовут Олег, мне 18 лет, я из Нижнего Новгорода. И сейчас я вам хочу рассказать про тренинг, который я недавно прошел у Владимира Шамшурина «Соблазняй лучших, оставайся собой». Почему я прошел этот тренинг и что было до тренинга со мной? То есть до тренинга я смотрел бесплатные видеозаписи Вовы и также ходил, делал подходы, делал какие-то там некоторые упражнения. И, ну, секса у меня не было с девушками, проводил какие-то свидания, что-то пытался делать. В принципе, результат был, конечно, ошеломляющий, что было до знакомства с Владимиром. То есть на третьем свидании я там только, может быть, как-то поцеловался с девушкой, а тут уже был поцелуй на первом свидании. И причем, при том, то, что видеозаписи были бесплатные. То есть бесплатный доступ, он все равно несет какой-то там результат. То есть это все зависит от человека. Но все равно результат был, я был недоволен, то есть были те девушки, которых я боялся, я смотрел на них, провожал взглядом, и, блин, думаю, вот как так, то есть, все равно там руки трясутся, все равно есть какое-то волнение огромное. И я не подходил, пропускал их мимо, а проходил каким-то таким более-менее таким обычным, брал у них там какие-то телефоны, проводил с ними какие-то свидания. Но все равно также с ними до секса не доходил, и меня вот сподвигло на тренинг. Были те девушки, которые мне действительно очень сильно нравились, которые живут рядом, и я их пропускал глазами, не подходил к ним, боялся. И я все-таки решил, то, что надо попасть на тренинг Вовы, и подумал, то, что он даст мне свои плоды. И я решил сначала пройти вот онлайн-тренинг, потому что нет возможности все-таки 18 лет как-то приехать в Москву. Хотел пройти его за 15 тысяч, и тут Вова сделал акцию за 5 тысяч рублей, этот тренинг. Я очень сильно обрадовался, я продал свою гитару, электрогитару, на которой я играл, я ее продал. И попал на этот тренинг, был очень рад. Такое чувство было очень офигительное. Думаю, сейчас пройду, и все будет зашибись. И как раз-таки все оказалось именно так. Из-за тренинга вот, секса ни с кем не было. Какие-то свидания проводил. Все не радовало. Какие были трудности во время тренинга? То есть с первого дня занятий все равно уже были какие-то плоды, то есть мы с другом вышли, который тоже, как раз с ним я познакомился на тренинге, сделали приветов, около там 70 где-то приветов, потом делали подходы, и подходы очень так легко давались, причем подходил я именно к тем девушкам, которым действительно хотел, с которыми проходили там в кубочках, в юбочках, и я был вообще просто в шоке, думаю, наконец-то, то есть куда-то пропало то волнение, ты считаешь себя именно как-то таким достойным, таких девушек, то есть уже не думаешь, да, вот что она скажет, там, а что потом будет. То есть ты просто берешь, подходишь, и на твое удивление девушки, которые лучше выглядят, которые лучше тебя по социальной пирамиде, они отвечают тебе лучше, то есть у них реакция намного лучше. С ними здороваешься, они тебе также позитивно отвечают, и все очень хорошо. Еще я заметил вот такую штуку именно на себе, то есть Вова давал горлом упражнение. Я посмотрел это упражнение, он говорил то, что... А, еще было, вот горлом было упражнение, взять у девушек деньги. Я эти два упражнения посмотрел, и почему-то я их перенес на потом. То есть я сказал себе, да, неплохо, надо было бы сделать, но когда-нибудь потом сделаю, сейчас лучше там пойду поем, не знаю, включу порнуху. Вот, и все равно не делал, то есть эти два задания. Как только ты попал на тренинг, у тебя появляется большая мотивация действительно делать эти задания, то есть... Ты заплатил деньги, там такой как бы поток, все делают, приходишь с друзьями, встречаешься и начинаешь делать эти упражнения или даже один. То есть деньги, брать деньги было для меня, ну, действительно просто как-то. То есть, ничего такого трудного. Вот горлом для меня был очень таким трудным упражнением. Мне было легче сделать просто подход красивой девушке, чем начать делать ей какой-то там горлом. Но вот все-таки, когда просматривал бесплатные видеозаписи, горлом я почему-то не делал. А на тренинге стал делать. Может быть, у вас такая же ситуация, и вас должно это смотивировать пойти на этот тренинг, потому что горлом действительно очень хорошее упражнение, всегда его можешь включить, когда не знаешь, что сказать. Еще у меня все равно была такая боязнь, такая небольшая, то есть не социофобия, да, там как у Вовы была, то есть я не накручиваю себя, но была такая боязнь все равно, что скажут о тебе окружающие люди. И вот Вова давал такие как бы упражнения, там, да, спеть в метро или там поднять руки. Я делал и то, то есть я поднимал руки один, когда шел, то есть на станции, да, все смотрели на меня как на дебила, было такое дикое ощущение, причем я поднимал эти руки, они так тряслись, вот, но я все равно это сделал, и, то есть страх потом куда-то уже пропал, то есть, а после того, как ты это сделал, тебе кажется, это, то есть, не таким уже и страшным, да, то есть,
Это очень так круто, и ты потом подходишь к девушке вообще на таком легке, и она, наверное, чувствует то, что ты преодолел себя, и реакция у нее тоже так же намного лучше. То есть вот тренинг дает тебе мотивацию выполнять вот эти задания, упражнения, которые ты, просматривая бесплатные видеоролики, можешь не выполнять, в принципе, потому что на тебе нету какой-то ответственности. Что сейчас стало после тренинга? Вот недавно кончилось шестое занятие. За время тренинга я занялся с двумя девушками сексом, с разными причем. Сегодня у меня был фаз с девушкой. То есть я этому действительно очень рад, я не хвастаюсь, я просто говорю то, что тренинг действительно дает какие-то свои плоды, действительно дает результат. То есть это не просто вот такой как-то развод на деньги, да, и как многие говорят. Я, в принципе, сначала тоже так же думал, очень давно еще, до всех вот этих тренингов, думал, что тренинг, типа, отдаешь деньги, тебе там воду какую-то дают, какую-то фигню, да, и ничего у тебя не получится. Но сам на себе это испробовал, действительно, девушки нравятся, действительно, то есть начинаешь подходить именно к тем девушкам, которые тебе действительно нравятся, которым ты действительно хочешь. У тебя появляются действительно хорошие друзья с тренинга, которые тоже развиваются, которые в этой же теме. У вас появляются какие-то такие соревнования друг между другом, то есть кто сделал там сколько подходов, кто где занялся сексом, кто там, у кого сколько свиданок. И то есть это тоже дополнительная мотивация. То есть помимо всего этого, что еще дает тренинг? Тренинг мотивирует тебя к развитию. То есть после тренинга ты сразу начинаешь там читать какие-то книги, то есть там думать, там, что надо заработать, там деньги, в материальном плане себя продвигаешь, в интеллектуальном плане себя тоже продвигаешь, какое-то там образование хочешь получить, куда-то там еще. То есть продвинуться по социальной пирамиде. Хотя, в принципе, до этого ты, ну, я лично не горел таким желанием, меня как-то все устраивало. А вот как прошел тренинг, как появилась такая возможность уже подходить к самым лучшим девушкам, захотелось как-то соответствовать именно им. И поэтому ты тоже начинаешь также развиваться по социальной лестнице и по интеллектуальной лестнице тоже. Поэтому вот тренинг дает именно еще и такую мотивацию. Поэтому действительно тренинг Владимира Шамшурина — это нифига не вода. Я могу за это ответить. То есть я действительно его прошел, он дал свой результат. Причем дал не только мне, но и моим друзьям, с которыми я тоже прошел тренинг. Все довольны, все действительно там. То есть, ну, может быть, у кого-то не случился секс, да, но на свиданках они ведут себя совершенно по-другому, как другие парни, то есть, которые садятся напротив девушки, там, не знаю, там, что-то им про себя рассказывают, какие они хорошие. То есть, девушки после без ума от этих парней, которые прошли тренинг Вовы, которые научились этому всему, и фигачат, и фигачат. Поэтому, парни, если вы все-таки еще сомневаетесь, да, как я сомневался, проходить тренинг у Вовы или не проходить, пусть это будет любой тренинг, пусть это будет онлайн, не онлайн, индивидуал. Любой тренинг, он действительно дает свои плоды. Почему вот онлайн все-таки хуже? Потому что ты должен себя реально замотивировать. Ты должен вот выйти и начать делать задания. Тебе очень так трудно как бы самому себя пинуть. У кого-то это может получиться, у кого-то это не может получиться. То есть я вот смотрел с тренинга, есть такие люди, у которых это не получалось. Но все равно, действительно, если ты можешь себя взять за яйца, то для тебя этот тренинг действительно нужен, действительно дает свои плоды, действительно дает результат. И, Вова, спасибо тебе огромное, то есть ты реально действительно красавчик. Прям, блин, даже не знаю, что тебе еще сказать, но ты реально прям такой настоящий мужик, и хочется, знаешь, как-то даже себя пример брать. Действительно мотивируешь, сейчас появляются такие женщины, девушки, очень такие красивые, и они тоже меня мотивируют. И прикол в том, то, что жизнь уже стала какой-то более красочной. То есть раньше ты как-то жил как-то обыденно, да, то есть там учеба, какая-то там, может, работа, там какие-то гулянки, похавал домой, пришел спорт, там какая-то качалка и все. То есть, а тут у тебя начинается такое общение, то есть там где-то друзья, где-то девушки, там с девушкой сходил на свидание, от нее там узнал ничего вообще много нового. То есть не все девушки сидят дома там и вяжут крестиком, есть такие тоже, которые активно развиваются. Поэтому, парни, если вы не можете действительно решиться на пойти на тренинг или нет, я вам действительно говорю, идите, я отвечаю за свои слова. И если сомневаетесь, если хотите оставаться в жопе, да, действительно хотите там дрочить по ночам и потом ложиться спать, то, ну, ребята, это ваш выбор. Если хотите трахать охренительных девушек, которые действительно вам нравятся, хотите с ними встречаться, хотите с ними отношения, то, ну, надо что-то для этого делать. И самый лучший вариант — это пройти тренинг Вовы, потому что это действительно не вода и действительно дает свои результаты. Так что, парни, всем пока.
Если надумаете, обязательно приходите. Это, ну, деньги просто так не отдаются. И тем более 5000 рублей, я думаю, сейчас в нашем мире это не такие уж и огромные деньги.